Всем привет, друзья! Сегодня у нас четверг, 9 ноября 2023 года. И я нахожусь, конечно же, в Англии уже. Но вы знаете, я хочу вернуться и рассказать вам, вернее, дорассказать вам вот эту вот историю, что произошло, когда я уезжала из этой квартиры, которую я здесь снимала в Гран-Канарии. Помните, да, я вам показывала, очень хорошая квартира. Большая оборудованная кухня, все здесь есть, все чудесно, все замечательно. Это кухня на трех хозяев, потому что здесь вот три комнаты, 1, 2 и 3. Четвертая как подсобка. Я вот даже вам показала свою комнату, которая мне, в общем-то, нравилась, она меня устраивала, видите. Единственное, что односпальная кровать, но, в общем-то, по такой бюджетной цене меня все устраивало. И вот получилось, что в день отъезда пришел хозяин этой квартиры, он обычно убирается в 2 часа дня, мне как раз уезжать, он пришел, и оказалось так, что квартира пустая была, и он открыл все остальные комнаты, комнату номер 1 и комнату номер 3. Вот что вы думаете? Я спросила, а можно мне посмотреть остальные комнаты, как они выглядят, мало ли на будущее? И он мне разрешил. И вот, как говорится, лучше бы я не смотрела, друзья. Меня просто жаба задушила, когда я увидела эти две комнаты другие. Вот давайте посмотрим мы с вами вместе теперь, чтобы вы тоже поняли, о чем я говорю. А вот эта комната номер 3, посмотрите, какая прелестная. Посмотрите, насколько она лучше и больше моей. Видите? Ну да, на двоих. Но просто обидно и жалко то, что здесь девушка жила одна. И вот у ней, посмотрите, и вид из окна красивее. Вот, видите? Вид на море, на океан. Супер. Это комната номер 3. А вот сразу рядом комната номер 4. Видите, здесь у него просто, ну, как сказать, такая кладовая сделана из комнаты. Хотя тоже чудесное окно, чудесный вид. Ну и знаете, все почему-то говорят, что как ужасно туалет, как можно использовать. А вот посмотрите, он чистенький, он замечательный, никаких проблем вообще. Вот уж на что я брезгливая, но здесь все настолько чисто и запах прекрасный, вообще никаких проблем нет. Точно так же и с душем. Видите, здесь шампунь, гель для душа. Один и второй кондиционер. Вот, можно использовать. Здесь есть фен, пожалуйста. Тут кто-то пооставлял, но я не знаю, что это такое. Может быть. И еще одна комната, комната номер 1. Тоже она двухместная, посмотрите. С огромной кроватью. Очень большая по сравнению с моей, да, комнатой. Ну и свою комнату номер 2 я еще раз вам показываю, как она выглядит по сравнению с теми двумя, да. У меня, конечно, не прибрано тут. Так вот я живу. Самая маленькая, к сожалению, моя комнатка оказалась самой маленькой. И даже стало как-то мне обидно, вы знаете, досадно, вот. Что это, как это и почему? Рядом в комнате номер 3 тоже жила девушка одинокая. Одна, я имею в виду. Но она испанка. Вот и получается, что испанцам у нас везде дорога. Испанцы испанцам, конечно же, предоставят лучшее. Вот, я думала, там пары. Если кто-то найдет информацию и захочет остановиться, имейте в виду, что самая лучшая это комната номер 3. Ну и 1 тоже неплохо, а вот 2 самая малюсенькая.
сожалению, так выяснилось. А если бы я не видела и не сравнивала, то мне бы вроде бы и это неплохо. Вот, видите, как интересно, да, происходит у нас. Хотя, конечно, надо сказать, что я довольна была и своей тоже комнатой. Все здесь у меня прекрасно было. И отдых замечательный, и вид из окна тоже вполне неплохой. Да, и, кстати, хочу показать вам отель, в котором я первый день, когда приехала, остановилась. Вот он. Называется «Бутик Хотел». Это в центре в старом, старого города. Вот я, к сожалению, его практически не сняла полностью. А так вот, это фотографии коридора, дверь в мою комнату. Это прихожая там внизу на ресепшене. И я только сняла, знаете, показывала наверху, какой маленький здесь бассейн. Ну, наверху вы видите, вот виднеется шпили церкви Святой Анны, я показывала вам ее. И вот этот вот бассейн, который у них там обозначен как шикарный, огромный бассейн. Но вы видели бассейн, по-моему, 2,5 на 2,5 метра. И он на самом верху на крыше, там вообще от солнца не спрячешься, видите, ни зонтиков, ни лежаков. Ну, и стоит все это 90 евро в день. А это пляж на Лас-Пальмас, Гран-Канария. И вы знаете, так классно, вот когда ты уже вернулся и сидишь в дождливой Англии, и вот такие видео, они возвращают и напоминают об этом прекрасном времени. Я посмотрела, какая погода сейчас у нас в начале ноября в Лас-Пальмас, Гран-Канария. Там 28 градусов. Практически ничего не изменилось. Ну, здорово же, правда? А здесь шторма и дожди. Вот сегодня у нас дождь льет целый день в Англии. Ну ладно, друзья, что еще я вам хочу показать? Я хочу показать вам еще один магазин. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть. Это магазин называется Меркадона. Что там продается и как он выглядит, давайте посмотрим. Супермаркет Меркадона. Он вообще-то даже лучше, чем этот Супер Дина. Но вы знаете, я его с таким трудом нашла. Едва-едва. Обратите внимание, как классно смотрится здесь этот старый город. На холме, видите? Это как раз вот туда территория, где я живу. А это практически новый центр. Помните, наверное, я вам рассказывала, как я покупала просекко и кава, sparkling wine называется. Ну вот это кава, видите, тут написано. И вот эта вот 200-граммовая бутылочка теперь стоит 3,95, видите? Ну вот и большая, видите, 12,50 стоит. Прекрасно. А стоила она 4 года назад на Тенерифе в Пуэрто-де-Ла-Крус 1 евро 90 центов. Ну, то есть меньше 2 евро, да? Понимаете? Карта островов Гран-Канария, кому интересно. Это Тенерифе, а это Гран-Канария. Вот здесь вот я сейчас нахожусь. Лас-Пальмас. Ну и вот еще, что я хочу вам показать, это то, что я всегда покупала здесь. Яйца перепелиные. Слава богу, вот они, боже мой. Я впервые их увидела и нашла. А то хотела вам уже пожаловаться, что они перестали их продавать. Вот перепелиные яйца. Фунт 17 за 12 штук. Очень хорошо. Такое сегодня у меня для вас коротенькое видео, друзья. Нарезка из недавних моих событий. Попрошу вас, друзья, не забыть поставить лайк, пожалуйста, тем, кому понравилось мое видео.
Поставьте дизлайк тем, кому не понравилось. Они хоть и не показываются, дизлайки, но я могу их увидеть, когда смотрю аналитику. Я буду знать, что вы предпочитаете смотреть. А я на этом с вами прощаюсь сегодня. Берегите себя, друзья. Всем пока-пока.